еще заметил сегодня без рандомов. То ж мы как-то в одной комнате нашей складовской. Надо, наверное, было все-таки, да, прыгнуть. Но пока не начали, мы можем, наверное, все отменить. Блин, где дед? Надо ему сообщить о важных новостях. Наверное. Так, сейчас. Надо еще лимитки добить. Да, кстати, тут А то парочка осталась. меня один остался в Хорфросте убить. Нашел сессию 13 с 13 игроками. Скину инвайты. Да я уже так присоединяюсь через дашборд. Если, конечно, он обратно где-то не закинет. Ага, где-то закинула. Интересная игра работает. То есть я буквально в вашем скваде, но при этом оно говорит, что это типа сессия только для сквада. Ладно, докидай инвайт. Не получилось. Так, блядь, а где пригласить в сессию? Так, я присоединился. Осаду запустили? Не, мы еще нет. Он тоже, да, тут три команды работают уже параллельно. Ха. Чат запускаю.
Смотрим, сколько с полным с полной комнатой, как дела пойдут. I know you've been working hard out there. 16 человек как раз. А у меня почти 150 МР будет через 5 левелов. Наконец-то. Да, долгожданный Temporal Mantle будет квест 2 уровня. Что, мы втроем, я думаю? Ну да. Шамиль, кстати, работает или... Просто а он поехал, пока. Поехал же в Питер. А. Ну что ж, удачи. Objective is to slay the beast. Don't lose sight of it. Proceed with caution. Everyone, get to the hitching post. Thing's exhausted, it'll start absorbing energy. When the energy pool is dried up, it'll retreat to a lower level. Use that chance to follow it down. Chip away at it to break off parts or use your surroundings to damage it. Сразу же. Хрена, даже гард ап не работает на эту штуку. На ее дыхание. Отвратительно. Так не договаривались. Моментально. Это даже втроем. Так там же ждал уже все. Ну да. Значит ли это халявные 400 очков?
Звучит как да. Чё она орёт? Да даже не вспотел. Четыреста очков халявных. Есть.
Блять, блять, блять. Есть. У меня. Да я просто был в анимации True Strike. Я думал, сейчас я опоздаю. А ну что это за пиздец? Нельзя Путина жрать. Ну что-то еще ни разу на газа не развели. Я думал, вы без газа специально. Да нет. Видимо. Ну, типа, чтобы не убивать, а разбивать часть. А, может быть. Там, скорее всего, просто мы стоим в углу с ним и ничего не делаем. Охрененно, охрененно. Тут сразу рядом едет. Не-не-не, да, понимаю, вот буквально в шаге. Да, шикарно. Да блять, ну что ж она.
успел. Прямо на донышке. Блять, а где мы? Я же брал. Лол. Лол. Я ее толчком плечом развернул. Неплохо. Труф Линч. Да. Я же брал, сука, лайф паудер. Бля. Охуеть. Нас двоих прямо. Ебать. Да. Вот просто откатило и. Да. А, подожди, это же не самое интересное. Она меня запинила. И все. Квест фейлд. Нет, ты еще жив. Чуть-чуть. А, я еще жив. А теперь все. Чё-то пиздец. Все хорошо шло, а потом... Угу. Где там дед? О, и сразу Siege Complete. Obtain Rewards. Да. Да. Угу. Бог покинул нас. Ой-ой. Ох, блин, тяжелый выбор. У меня есть Affinity Increase 6 на мече. И при этом мне еще выпал Sharpness Increase 6. Mm-hmm. Но мне говорит, ты не можешь две шестерки оставить? Не можешь, не можешь. Я думал, я поменял в итоге Affinity на атаку 6 все-таки. Но у меня Sharpness стоит. Но я не знаю. Я думаю, оставить Affinity. Мне просто и два, и так Sharpness две пятерочки, а Affinity одна всего лишь шестеркой. Ну, тогда лучше Affinity оставить. Окей, тогда дальше крутим. Опять Sharpness Increase 6.
Ну, зато Heavy Bowgun выбил то, что надо. Снайперский. Для пирса. У меня какой-то Bowgun взял. Safi Bolt Blow Safinity Increase 5. Thunder. И SNS с Sharpness M5. Неплохо. Для такого-то дропа. Но опять же, я вряд ли что-то буду, кроме ГС, качать. Поэтому вообще пух абсолютно. О, я впервые обнаружил настройку в экипировке, которая сортирует по сетам. Конечно, хуёвенько сортирует, в смысле в том, что, видимо, от слабого к сильному, как-то так, по ранку. Но раньше я ручками каждый сетик перетаскивал, а тут оно отсортировало мне. У меня был просто ну, важный привет. Разговор. Привет. Да. Привет. Хорошо на свайпу? Да. Да, отлично вообще. Я думал, второй волной не заденет. Коронавирусы. Кто сказал, что это вторая? Ну, мы лежали с тобой, я думал, мы сейчас дорежим, когда пройдет эта хуйня. Ладно, я создаю? Да, создавай. Да. Есть. Как увидишь, у меня... А поебать, я вообще что-то беру хх. Хотел сказать, что мне с этим, с Ганленсом не очень понравилось. А потом... О, как кто-то залетел уже в какой-то базуку. Два раза. Ударил? Ну, два раза меня в этот, значит, наверное, все-таки что-то дамажит. Так, яд уже не актуален, это, да? Я не выкину не его у себя не из ротации. Из раскладки. Так, а что происходит? Ну, я какой-то не, левый не, чувак... Не защитил. Нет, левый хорошо, я просто к тому, что это, что... Могли не успеть вообще. Да, нормально, нормально. Ладно. Так. Hello. Я вот думаю, драконом или бластом идти. Пойду драконом. Я тоже с драконом. Хорошо, двух хватит, я думаю. Тот, который я второй готов. С СНСом, он походу с бластом Шаттерфанк. Я, короче, все реворды выкинул, потому что, блядь, пизда какая-то. Не реворды, а хуй. Да мне удивительно неплохие реворды. Не удивительно. Да, у меня снайп кэнон выпал все-таки. Я вообще не понял. Sharpness M5 сразу. Лук с Affinity 5. А второй просто на тебе взял. Точнее, третий этот. Ну, у меня все три. Все были на отъебись, абсолютно все. Фрост, Аква и Хелл. Все. И то, что уже было до этого. То, конечно, я не успеваю накидывать вовремя мелодии. Если концентрируюсь на дамаге. Сейчас сконцентрировался на дамаге, то есть. Wide range не стал брать. Просто стоял и сдавал ПКД. У меня есть нота дракон называется. По бочке она наносит. По столбу вот этому туториалу наносится 12. Ну, по монстрам, конечно, сильно меньше. Но все равно. Концентрировался на ее сдаче. Полетели.
Мне этот сдал, что ли, СНС? И я СНС, таким он тоже, видать, саппортер. У нас два саппорта. Он же он сплав, там я с Рэганом. Я делаю все, чтобы клинчить. Да сука, как достала. Перформанс на этом сети собрал. Нормально. Хорошо, когда два саппорта. Да что ж такое, доролился прям в это говно. Такое. Там вампир раздали. Уже? Да, я решил глянуть. Мы кого-то брали из Сочи. Там еще раздали NFS Payback, но у меня уже был, потому что я дрочил. Что, сдали ему скалу наебал? Нет еще. Не Почему? Рано ли? Куда клинчите? Куда нужно? Да-да. Вот, теперь, я думаю, пора. Можно. Только вот у меня нечем. Да у меня есть чем, но он блочит все своими ебучими, блять, крыльями, сука! Как не беситься? Он автоприцелом заблочит все. То есть я стреляю по ним, а показывается, что я стреляю по говну. Быстро встал, да. Все, блять.
Так, мы узнали, что Сафиджива все-таки соревнование, кто первый убьет Сафиджива. Не, ну мы могли бы ее тоже, наверное, убить еще раз, пока нас не вайпнуло. Да, да, если бы мы убили ее вот за будучи в сессии. We need to break more parts off this thing. Заебало, блядь. Бля, меня жрут. Я встаню. Ну, этот парень попытался меня из стана вывести и промазал. Там, блядь.
Минус дед. Стороны. И снова здравствуйте. Привет. Ух ты же уехал. А мы себе нового друга нашли, четвертого, на Софи Джиу. Четвероногого. Да, да. Ты же уехал. Уже? Ты приехал? Быстро-то. Наверное, весело. Соль жопы. Первый раз вижу, что сломали. Есть? Парша. Карп остался? Да
так это частично сломали, я так думаю, что надо полностью сломать. Не, не остался карф. С ней только он. Этих красненькие дропнулись. Head through the opening in the floor by using the wing drakes. Hurry! Мужчина, что у него light bowgun, собственно, тоже иногда получается. Его я, собственно, ищу. У меня их куча выпало, все выкинул. Нам надо один специфический. Их 9, а надо один. Что нужно? Специфический. Тебе какой? Аквафэнк. Блядь, я, у меня только что он был. Я выкинул. Ирония. Это не Диабло. Я понимаю, я тоже повыкидывал столько всего хлама. У меня были Аква, Фрост и Болт. Буквально. Очень много ЛБГ было. 4. Моя цель убербить хвост, я сдаю хвосту, просто сдаю отзыв игроком. Хорошо, что не я. Я думаю, почему у него почему у него голова, почему у него крыло. Просто объясняется. Да? Light bulb. Потому что мы с другими ребятами. Там может быть 16 человек. Друзья захотят позовут. Сука. Я все вообще не слышу. А я ничего не говорю. Нет, я что-то под нос себе говорил. Так вот, купнел. По-стариковски. У него был шанс сломать ее. Она была в суперкритике. Ну все. Чем ее улучшить? Газом? Интересно. Да? Да. Ну хотя бы крыло наструлял. Крыло в спину. Крыло всего одно выпало. У меня два крыла. Вот так вот. Не, это первый раз только. Сейчас узнаю. Ну, Алексей, наверное, узнает первый, если что, инвайт. Шанс, ты... Так что ждем, пока кто-то выйдет, наверное. Там причем один из чертей респондент усос. Это говнюк. Да. Тут параллельно тоже ебурят.
О, один вышел. Сейчас. Кинул онлайн. Если этот черт не зайдет, конечно, быстрее он будет пересоздать тайм. Сейчас. Отменяю квест тогда пока. Так. А, он вышел, ну хорошо. Смайл на дебила какой вышел. Отлично. У меня как обычно. Может из SSD опять же. Да куда же? Быстрее PS5 да, получится. Это да, зашел другой черт. Сейчас да. С чертом бежим? Или с Шамилем присоединяем? Брос ми фо хоз. Как мне вообще найти Эндрю Л? Стрим. А, подчеркивание, хуёркивание. Why, Эндрю, why? Because. Да. Сколько заплатить, чтобы Вольфенштейн не выходил на твоей консоли? Ничего, играй. Тебе зачем Вольфенштейн сделали? Я говорю, чтобы не выходил. А ты... Так он же не пас добавлен, там все опорашенные будут. Типа прикоснулся, все. Сифа. When the energy pool is dried up, it'll retreat to a lower level. Use that chance to follow it down. Chip away at it to break off parts or use it to damage. Скажешь, если Шамир перед нас сидит, я привет. Нет. Привет. У меня зритель пришел? Есть. Да. Привет, Шамир. Как ты поживаешь? Ура. Пошли, начали гадил Лэнс. Так, куда его толкать-то? Топок. Я не толкаю. Суицид. Там сегодня Баду увидел силу ССД. Блять.
Да. Это черт Xboxer из Твиттера. Хороший черт. Азамат. Классическое противостояние Sony боев против Billy боев. Даже в чате, который был изначально создан для того, чтобы с Sony боями играть. Не, ну он уважает тебя. Благословенное время. Titanfall of Duty. Блять, она упала? Это не упала. Она пытается ударить. А вот теперь, вот теперь она упала. Я завикнулся. Отвали. ГС не нужен теперь, когда есть свечек. Ну да, поговори мне еще тут. Потом первым же вайпом прибежишь на ГС. Когда что? После первого же вайпа на ГС перебежишь. Так я вайпался в прошлый раз, два. Ну, после второго вайпа. Я дважды вайпнулся. После третьего. Я буду увеличивать число каждый раз. Я каждый раз буду увеличивать число. Не сможешь лично. Потом еще одно видео и извинения запишешь. Не, на самом деле, конечно, абсолютно ебучая уже сейчас. Ну, привет. Так, а я не вижу чата никак. А, у меня опять не работает чат на Твиче. Потому что на приложении Твиче не работает чат. Не работает стримы. Потому что это идеальное приложение Твиче. Для стриминга, да. Ну. То есть. Кого пилить? Кого вы там пилите? На этот раз. А. Софи долбить. Ну, а у нас ничего нет. Ну сделай этот, как Горайзеновский Боуга, Недри учила. 200 дамага за выстрел. Сделать как нихер есть делать. Такой, есть такой. Главное себя не убить. Ну вот с этим как раз проблема. Я уверен, что это экзост сработал. Самое смешное, что половина стримов идет, половина нет, и ему подыхи разные. Значит, я не могу без этого вообще не. Место только что освободилось по онлайн-сессии на сайте. Звать? Забей, еще пойду фаталис дальше давай. Давай. Он до фаталис, у нас еще тупо не открыт. Удачи. Ты его и когда откроешь, не побьешь, я тебе обещаю. Я его за 10 часов убил один раз. Хороший монстр, хорошая соло, игра. Соло, что ли? Соло играешь с ним? Ага, хуй там соло. Я думаю, его в соло быстрее бы завалил. Жизненно. Учитывая, что там половину ПП можно соло снять, только чем... Которые эти все пушки и прочие. А не в соло получается, если 170 косарей хп, 30 косарей на рок, и если рок не сломаешь, тебя будут ваншотить. Все как в жизни.
Ты имеешь в виду место рукой? Я имею в виду жизнь. Практически, кстати, описывает мой энкаунтер с Эйджем Брахидиус. Пока не сломаешься, будет больно судить. Брахидиус до него далеко. Я понимаю. Просто говорю, что уже было такое. Тут всегда найдется какая-нибудь сука, которая злее и... просто. Ну ты, если честно, пошел на Миэль-то вообще без брони. И да, я просто... вышел победителем. Я не чувствую вышел... ничего нет, внутри, но... Ты не вышел победителем. Вышел с броней, но проигравшим. Мы геймеры, мы не знаем, что такое проигрыш. Это игры по 82. Сука! Че у нас так маунтов мало? Даже глеф. Что-то мгновенно и суперкритикал вошел в этот месяц. Да, по-моему, как обычно. Будь здоров. Извините. Да я бы. Да что ж такое-то? Ну. Блять, три волны. Ну три волны и три волны. Твою сумку. Так, 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 вставай. Куча. Мне кажется, эти штуки сделали специально, чтобы дотащился. Я не вижу других причин вообще делать хуйню. Сработал.
неприятно. Так, меня съели. Работает пристегивание к рукам. Почему иногда первый остается, а иногда второй? Так, блять. Это я валяюсь. Куда? Куда? Пиздец. Всех? Да. Круто. Да, все четверо. Охуенно. Картинка эта красивая на смерти, когда, да. Когда три идиота бегут. Чё Шамир пишет? Он ничего, он без слов. Мы балбесы. Поточились, хорошо. Но там рядом вообще не было камней, вообще нигде. Да было далеко. Они были все в центре, да? Ну что же, иногда, иногда везет, иногда не везет. Создавать? Да. Да, а да. Как еще? Рано или поздно мы ее убьем. I've been waiting for you. Блять, еще один ебаный лонгсворд. Сколько вас тут? Блять, я не успел в этот раз. Все. Пересоздаем? Ну как, если хочешь, пересоздавай. Я не против. Да я сейчас его запаролю, блядь. Если смогу, если здесь есть пароль. Это паскоуд. Yes. Паскоуд. 5-5-5-5-5. Нет, 4 пятерки, короче, блядь, я спиздил. У кого-то огромная ладошка. Пушка. Ну, я не знаю, что это за оружие. Огромная ладонь. Кого? Молоток из этой. Молоток из финального босса. От старой Швальда. Да. Точно. Где? Где? У Смити. Чувак стоит.
Да, у него молоток. У него и клан на клане молоток нарисован. А, ну это я видел, да. Да пойди все равно, Сафи. Сафи молоток просто себе скинул. Но самое веселое, что у меня даже ГС еще только не выпал, да? Я себе выпал драконовский ГС. Но не бластовый. За все это время. Objective is to slay the beast. Yeah. Don't lose sight of it. Proceed with caution. Сука, все хилки спиздили. Хорошо. Это капитализм. When that thing's exhausted, it'll start absorbing energy. When the energy pool is dried up, it'll retreat to a lower level. Видно, что ты единственный ребенок в семье. Не единственный. Да, единственный. Это ты еще моих родителей не видел. Один вообще отрёкся. Суппортом. Суппортом, ну, с обычным суппортом. Не с парализованным. Ну ее все клинчем стало, да? Я забыл покушать. Летательно. Парка, серия, прокатилась. А все уже. Все равно. Нет, я про клинч именно. Да. Она подождала и начала клинчить здесь, когда я начал сдавать по ней комбо. Голову в голову разбила, с тобой интересно.
И тут же повернулась. Да, уже от меня. И от кого? Так. Да нет, ну... Сапучива is heading for the lowest reaches of the area. This is it. The final showdown. Yeah! Да? Путин и Стронг. Concentrate on breaking off its parts. Да сука, ну что ж ты делаешь, да? Все, спешим услышать. Пресс Эфен чат. Сука. Да это медленный. А, нет, тоже быстрый. Не, оно быстрое, но я тут отсрочил быстрый, флешкой. Вот впервые проканала флешка кинутая. А ну как, я кинул флешку, она зависла в воздухе, подсрочив секунду еще на 3. А второй флешкой ты бы ее сбил вообще. Ну, так лучше флешки. А, зато в следующий раз она бы игнорировала. Ну, там есть, да. Иммунитет растет. Ну и на том спасибо. Все-то успели. Что, да, в тот раз, конечно, очень-очень обидно, блядь. Нет, это вообще-то... Не, вчера таймзап был вообще, кстати, еще вовремя. Подожди, еще не вечер. Ну, ебать. Бля. Ну чё? Бля. Кто флешку кинет? Да я уже кидал. Поздно. Ну, пиздец, а как она так быстро? Опять ногу без камней? Да? Ну, два камня. Один рядом, а один на другом конце. Который рядом я не увидел. Ну все, 10 левел. Эф. 10 не 9. Ну. Я могу сказать. Примерно средний наш результат. Ну ты знаешь, у меня
Не, с ним 11-й, по-моему, выбивали. У меня средний был 13-й, то есть где-то. То есть был 14-й, 12-й, 13-й, честно. Ну что, какая тут крутое оружие? Пошел нахуй. Да. Крутое оружие. Я спросил, какое, а не пошел нахуй. Пойзоном. Пошел нахуй с Пойзоном. Пойзон еще не самый плохой. Ну вот есть, видим, сплиттер ГС с Пойзоном. Аквашот, кстати, есть. Рэпид Кэнон есть. Сука. Грешит постит просто уже на данном этапе. Чардж Блейд с драконом. А если не брать оружие, то ничего не дадут взамен? Нет, дадут. Драколит. А? Он автоматически разберется, как у Мелдера. А, отлично тогда. Я очень давно не беру оружие. Так, я создаю опять с тем же подходом. Паскуда. Ты уже или еще есть время покрутить скиллы? Ну, я создал. Иди крути. Сделаем перерыв на туалет, на все. Да настоящий геймер не прерывается на такие мелочи. Так иди крути тогда. Че ты там крутишь? Пасворд кручу. Жалко, что без прибавки к XP еще. Так бы. Да то хотелось бы взять уже 150-й на Temporal Mantle плюс. Ничего не понял, так даже лучше. Да, реально, нет ГС даже. Блять, у меня был уже. Выбирать его, наверное. Я ваучер сдаю. Mm-hmm.
Мне еще 200-240 еще осталось. Такой, блядь, спасибо. Надо куда-то их потратить все, пока я не бросил Малхан нахуй. Нет такого слова бросить. Есть слово продолжить на PS5. Нету. Есть. Такого слова нету. Продолжить на свече. Есть. Слышь, Switch незаконно, я запрещаю Switch. Так, а чё? Все еще втроем? А, да, так я думал, мы еще крутим. Меню это. Смолдеринг и Лейдж еще нужен, да? Еще. Блять, что? Бэт колеса. Это называется Бэт Трип. Это типа сюжет. В центре сюжета будет дед, который пьет колеса. Брендированные. Бэт шит. Так, такой тендерайзер или дестройер? Тендерайзер или дестройер? Конечно же, тендерайзер. Я тоже думаю. Или гоблер. Начинаем.
И, кстати, в Guardians что-то подкрутили у меня вчера на 7-м левеле было из 3 монстров 2 с золотыми коронами. О, привет, Грандиус. У меня зрители появились. Круто. Теперь монетизируй. Абсолютный пик в 4 зрителя за года, за лет 5. Уху. Как хорошо. Ну все, эксклюзивные. Можно контракт подписывать с котом дома. Что? И главное, теперь никто не знает, насколько я плохо играю. Ну что там? А, сейчас. Да, контракт с миксером. Лучшее, что может случиться. Миксер круто. Я думаю, миксер на свече успеет выйти. Приложение миксер для свеча. Да, Dating App. Так все поели? Лев из-за кого? Спрашивают Шамиля, почему ты здесь, а не там? Сука, а почему ли... Я нажал... Шамиль, почему ты здесь? Я нажал ноум, почему-то... Почему-то меня отправило... Почему-то меня отправило... Короче, какая-то хуйня произошла. Я... потерял... Алексея. Сейчас допрыгну. Пора. У тебя, кстати, идет? Ломается оружие тут? Нет. Хорошо. Компенсируем как можно, да. Это японская игра? Да. Что тебе еще нужно? Компенсирует. У тебя их две, блять. Ты много видел в своей практике людей, у которых две крабовых палочки? Богач. Как одна в левую, другая в правую. Ну да, и ешь крабовые палочки. Ну я не знаю, кому сейчас там привозят. Технические неполадки. Это не Твикс, чтобы у меня получилось. Нихерас, это когда две картофелины в руках горячих. Почему мы все время с тобой на одну и ту же ногу падаем? Сейчас вам сдам атаку. У меня финч фри по умолчанию. Флинч фри. Что за флинч фри? Сосать. Вчера Алексей начал закидывать нас на пэйч. Я вижу. Флинч фри. На самом деле у меня сегодня два раза вообще чат включился. Может что-то на моей стороне. Да сука, что ж он так не успокоится? Пытаются заблочить Кыргызстан, блочить Чертанова. В принципе, и то на юге.
Владимир Путин глубоко обеспокоен. Не даст, не даст. Ты же уже здесь, игра думает. Уже получил награды. Ну это вроде бы у нас такого раньше не было, это прям такой рак. Че, мы ее подтолкнули? Пора ее от того или еще долго? Чуть-чуть, может, еще стоит. Тогда в нужную сторону толкай. Че ты толкаешь в эту? Но... Вот, вот скалы. Толкай вон на Алексея. Туда, но... в ту сторону. Я левую сторону и толкаю уже. Нет, ты. Она идет, по-моему, от тебя всегда. Но. Я по направлению к скале и толкаю ее. Поверю тебе. На мой взгляд, я толкаю. Ты ее, по-моему, вообще толкал вперед, если нет. Судить по направлению. Нет, нет, нет. Я толкаю вот куда нужно. 5. Хорошо, что у меня Defense Excel собран. Нужно мнение независимых 6. Экспертов, кто толкает правильней. Ну вот, вот, вот теперь хорошо. Можно. Да, блядь, я на все закрыл крыльями. Все, 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 кидай, кидай. Я не могу! Я уже кинул, все, все, спокойствие. Окей. Так это Twitch. Привык к Ютубу. На Твиче у меня обычно начинается где-то с 20 секунд, и по мере стрима это увеличивается цифра. Это какая-то магия. Под конец я сижу, на минуту отстаю где-то. Никогда. Короче, Твич со всех сторон хороший платформа. Это иронично или нет? Ну, начнем с нет. Того, что он просто мне не давал раньше стримить. Дед сейчас не стримит в данный момент. Но, ну, да, он с нами. Мы все тут. Да, зачем стримить дважды одно и то же? Красную хуйню тебе поставить? Ставь. Не могу. Кстати, сообщение вот это вот не поменять, которое на бустер. Сука. Я пытался. Опять колесо не то. Так. Блять. Ёбло. Алексей ставит бустер, чтобы я ни одним ударом не попал. Просто ни одним. Не получается? Нет, тоже. Ну это по закону подлости. Получается, когда ничего не стоит, вот так вот, ты просто играешь на отъебись. Много лет уже ничего не стоит. PlayStation-то стоит. Может быть лежит, а тут ты знаешь. Ну я спрашиваю. Стоит. Специальный вертикальный стенд вот. За много долларов куплен. Не все этого. Так плохо. В 35 все еще стоит. Что-то. Шамиль говорит, да, это недолго. Осталось немножко потерпеть. А PS5 у тебя будет стоять или лежать? Нет. Я подожду версии, которая не сможет ни то, ни то. И куплю ее. Облачная версия. Да? Булочная версия. Булки хорошо. Эх, пирожок бы с вишенкой сейчас.
Или с капусткой. Че, еще раз ее ударить, что ли, я бы это понял? Ой, еще раз ее уронить. А что, она под скалами? Вот она близко уже. Давай уроним. Ну сейчас точно близко. Надо еще разок кукануть эту сторону. Да что ж она так? Не хочет, чтобы роняли ее. Да, блядь, все. Максимально проклято. Ну она хвостом под этой куней, короче, обрушит, если она уйдет. Это рано, рано. Так она не финчанулась туда бы. Так она, сейчас бы дофнич. Она в режиме пошел на. Сука, я задел куском хвоста с другой стороны. С моим рейтингом все хорошо. Меня смотрят 4 человека. Это ли не показатель? Видишь, она вообще ушла. В 2012-м меня смотрело 0 человек. На Good Game. Да. Что там сказал? Просто меня спрашивают, почему у меня рейтинг не очень стал. А я говорю, что это неправда. Мой рейтинг высок как никогда. Сучара, блядь. Слеживает. Поебал. Так, я сейчас встану. Сдам. А не, нормально все, ну блять. Она мне сдала в жопу. Что она, блять, ведет. Охотник хотел поиграть на Хантинг Хорне, но Хантинг Хорном стала его жопа. Нет, жопа союзника. У которых не было фрич-фри. Зачем? Тут кричанулось, но абсолютно не в ту сторону. Поставил макстамину, если вдруг у вас есть перверстное желание. А, и она исчезла тут. И, да, вот этого я еще не видел, чтобы она вот так оставалась и исчезала мгновенно. О! Еще один человек. Привет. Да, монстры ебут. Да, блять. Вот нота, короче, кому нужна. Коричневая нота. Знаменитая. И вторая желтая, тоже кому нужно. Постоянно пользуется дуалшок. Дуалшоком чем? Джеком, что ли? Да. А, я только что с ней разговаривал.
всегда. Да, сейчас. Одна, звук периодически на секунду пропадает. Вероятно, из-за блютуза херовый прием, может быть. Так себе. Не, ну, если ты без провода джойстик. Ну, связь между приставкой и DualShock'ом самим. Раньше такой что-то. Вполне вероятно, улучшили стабильность в новой прошивке. Очень может быть, что обычно у таких канал засран, 2,4 Гц. Даже не канал засран. У гарнитур очень слабый провод. Если они подключаются к DualShock, вот эта часть, где они подключаются, она может разъебаться за секунду. Ну, вторая группа работает. Отлично. Ну да. Нет, там не слышно, просто периодически работает, и секунды пропадает. Дальше работает. Сука. Угу. Улетать хочет? Наверное. А может и нет. Честно говоря, уж лучше бить режим Рахидиус, чем Саки. Весело. Да ладно, весело и задорно. Ну, какой раз у тебя это? Вот я бы так же только сказал, только не Арч-7 перед нами ель, пожалуйста. Лучше Сафи. Ты туда пошел с неактуальной броней. Да нормально я актуальной броней пошел. Ага. Без грейс перед геймов, без всего. Я гем на водичку поставил. На ивейды. Не-не. Больше. У меня там больше было защиты. Меньше тысячи точно. Просто у нее атаки такие пидорские, что... Пидорские? Ты... Да. Есть вот. Весь эндгейм это пидорские атаки. Без исключения. Они-то в первый день его все нафармились. Первую минуту. Да? Фатали спидран 2 минуты. Да? Так. Не, ну так один раз ходил, даже не надо, в принципе, ну как, выбил чешуйку, пососал, а у тебя уже в этом смите показано, что ты можешь сделать из этого. А, ну, господи, ПК-версия... Там все начитано. Там просто есть редактор ресурсов, именно ресурсов, не сейвов. Ты можешь просто распаковать архив и забить никакую нужную себе. Можно вообще делать квесты, в которых у тебя еще нет. Там не только квесты, там можно и магазин редактировать. Причем ваша идея мейлдеров. В том, что люди, которые делают гайды, они не проходят игры? Да. Да. Наша идея в том, что они читят себе все, а потом... Ну или даже не читят, Иначе ты опоздаешь, и этот гайд сделает кто-то другой. 100% это не один человек, это всем аулом делают. Ну да, нет, посменно. Я понимаю, что всем аулом. Они, в принципе, даже не скрываются, что они читят. Там гайды потому, что еще выйдет, это как некое дело. Типа, не в первый раз видели. Ну потому что игрожоры умеют играть, это да, взаимоисключающий параграф. Вот, например, не может сливки копии. Игрожоры, там же одни. Вот, например, уже сделали полный гайд, почему там будет Warch Temper и это Велтания, хотя она еще только через 2 недели.
такая же жопа, как сказались. Ну там и сейчас жопа. Сейчас-то эффект. А вот там будет... У нее есть... Да у нее есть страшный самый этот эффект. Она снижает FPS втрое. А там будет снижать FPS втрое, еще ты дамага не будешь никакого наносить. Ну ты задел для PS5. Ну естественно 50 косарей ХП. Как же без них? И PS5 50 косарей стоит. Какое совпадение. Это не совпадение. Не думаю, да. А в йенах стоит? Да, она сейчас 50 косарей стоит. Когда она выйдет, она будет 70 стоить. Сука, почему Флинч работает только тогда, когда он не нужен? Что, блядь, за магия такая? Блять, это что было сейчас? А, это был. Это был Iron Fire, да? Ага, хотела съесть, а я ее переиграл, как дешевку. Все уходит. Хотел уйти, но ты ее не переиграл. Ну, переиграем с четвертого захода. В смысле, какую четвертую будет съесть вечер уже это не. Это больше четвертого вроде бы. Да, переиграл и уничтожил. О, целый второй левел, наград. Переиграли. Это хорошо. Надеюсь, мы хоть каким-нибудь чертям помогаем. Да там же вторая группа и будет. Хоть не себе, так людям. Но на самом деле мы не очень хорошо помогаем, потому что помогать нужно прям ломать все. Пину, морду. Лапы. Ну и надеюсь, мы вчетвером соберемся и сломаем ей хвост. Так мы по разным вещам бьем. Видишь? Что у них происходит геймплей. Так, запущено или нет? Запущено, запущено. Я просто думаю, возьму, наверное, Elder 7. Вот кто-нибудь сейчас стрим снайпит, и пароль видно, как я ввожу. А не видно? Видно. PlayStation, да? Видно, да. Вот именно это видно. Интересно. Только не стрим снайп. Да что, он врать будет, что ли? То есть я верю ему? Мало я, что кем думаешь, врать будет? Владимир Путин, молодец! Честный дядь. Охотник, стример и борец. Ни разу не выиграл сегодня. Нет. Лонгсворды. Сдаю ваучер. Да в Райзе? Да вряд ли. Дед, будет ли в Райзе локальный мультиплеер, как думаешь? Будет. По-моему, надо никогда. Да. Значит, локального мультиплеера не нужно. К выборам готовлюсь. Надо же поднимать рейтинги среди молодежи. Это не молодежь, это как раз PS5. Ну вот.
Я, кстати, думаю, вполне, что Switch Pro выйдет на уровень PS5 по цене, если они его сделают. А по мощности какой? Да, 35 это еще молодой. Че мы, блядь? Да блин, молодежь хвастается, сколько они на Fortnite потратили. 50к на какую-то пластмасску. Это Шамир? Или кто? Это Грендиус пишет. Грендиусу выносим приговор модный. Не, он пишет, он осуждает. Сука. Ну что, Poland is strong. Ну давайте. Болт там доебывается до Росса из Рос Гейм Данжн. Нормально. Болт выбрал, что ему делать вечером. Я не помню, с какого-то. Сейчас скажу, гляну. Не, ну нет, не так давно. Да ничего, бесплатно глянуть. Ты там можешь посмотреть же у него на карточке, что за год. Блять, да. Филайн Боун Хелма. То есть вообще самый базовый. И Экерн Мейл. Это сет, который этот Рурал. А, ну и Рурал Пикакс. Боун Хелма, Кармейл Ва и Вигар Вос Спрей. И Рурл Пикакс, да, он сказал. И Ubisoft у него на этом, на фоне карточки. Кто? Тоже порицаем. У тебя написано там что-то копирайт, Ubisoft Entertainment, там 2020, короче, 5 строк. Как на меме про либералов. Нихуя, не видно. И кот еще загоражен. Но Ubisoft ты разглядел. Хули ты спишь? Вставай, бля, сейчас пиздить будем. Your objective is to slay the beast. Don't lose sight of it. Proceed with caution.
X2Win. Треугольник. Вот, я же говорил, что вернешься на коленях ГС. Да я не на коленях, я уже сплю, блядь, просто. Ничего не получается. Ни на саппорте, ни на атаке. Так что поебать на чем не получается. Ну, то есть я мог бы взять ЧБ, но... Это было бы просто два вайпа на первом раз. Я-то не беру, потому что я боюсь, что мы ничего не разобьем так. Она разобьет только наши сердечки. Пока тебе будем куда? Можем сначала вперед ее, вот лианы или как ее там. Подвигали. Вспомнил, как мы вайпнулись все, блядь. Вот это были времена. Да, когда еще была еда. А еды уже давно нету. Кушать хочется. Порядок був. Все, блядь, вайпнулись нахуй. Для Путина все должно быть свободно. На каком-то этапе уже поебать. О! А я не понял, что ты... Фьютиха. Она просто села двумя лапами и... АОЕ. Один большой. Нет, это я видел. Я начал сдавать, но... Я видел, что начал, да. Просто она... У меня уже выросло, в общем, где-то до... Больше, чем половина. Она сдала сильнее, чем это, видимо. Да, по-моему, обычно сдала. Может, тебе просто армора не хватает чуть-чуть. Нет, у меня в этом очень хорошая армора. Это мой основной хит. Fire resistance накрутить. Я не слышу практически Шамиля, он у меня пиздец. Я тоже. Да, прорвался. Нет, это не ты, Сайлент, ты что-то с провайдером, я... Но ты у меня до сих пор скачешь. Посмотри на стриме у... Андрея, как ты скачешь. Watch out!
Да ты не спрашивал. Работает мой чат, вынули. Хотя я Шамиля прекрасно слышу. Вот в чем еще вопрос. Интересно. Тем оружием. Ага, вот так. Это... А я-то чё, слышь, ты другого бил? Козлина, блин, ни разу тебе в голову даже не ударил. О, один раз хорошо ударил. Может быть, два. Чё начинаешь-то? Случай для подстраховки. Ну, начинается. Не, поздно. Нет? А, да. Второй? Походу вторая команда просто уже ничего не делает. Да тут 16 не, человек, но... 4 команды, может быть. Кто-то постоянно приходит. Делают новые команды. Окей. Знаешь, что ты бежишь в стену, пока улетает. Да? Тебя отталкивает еще. Ну чё, пока что ноль частей сломано. Почему бьем, Андрей? Рукам? По рукам давай. По правой, по левой. С тобой не отпилим. Как бы нам всем этого не хотелось. Я правую, левую возьмем. Давай правую. Буду чисто по правой стараться бить. Никуда не вижу, потому что лицо. Ну, она на меня. Бейте руку, я тогда попробую ее развлечь. Бэкброу. Ах, она сука, честно, на упреждение бьет. Да, да, да. Честно, но можно попробовать, конечно. Да сука, она тут бегает. Ай. Продолжу бить по руке. Да. Придерживаемся первоначальной задумки. Да. My anaconda don't want none unless you got buns, huh? Блять, я не попадаю по груди, там оказывается. Я просто тогда сыграл Beat Saber песню. Сколько у нее в руке, интересно, вообще этого всего? 7000? Ну давай, взлетай, скотина. Да. Да. На четверых, да? О! Снова. Хорошо! Флешкой. Да. А голова, кстати, сколько тогда? То есть можно ее. Ну грудь просто очень редко появляется. То
То есть вот она сейчас, например, вошла в суперкритику и тут же начала сдавать все в груди. Нет. Ну все, у нее иммунка к флешке. Ну что, бью тогда правую руку толкона. Блять. Нас цель вообще, чтобы это не было бить сюда. Так как-то мы неудобно. Я стали. Только ей замолдил руку, только что она тут же ей ударила. И опять! Второй раз подряд я только что замолдил, а тут же и тут же ее лечит. Как скоро мы сдадим 18 тысяч? Нет, ты чё, она лечится полностью? О! О! Наконец-то! Зотаргетили! Team Warp. Да похуй, сейчас она нас будет ломать, подожди. Она если есть какой-нибудь дамаг, где ты по вунде лучше бьёшь, тогда продолжай бить эту руку. По вунде, прям как кунде. По-моему, чтобы вундед бить лучше, основано что-то другое. Что-то типа Тендерайс или Эксплойд Викторс. Он ломает. Она уже сломанная. Да. Ну, это отлам будет без, но она уже сломана, что дальше будет? 30% по урону по части, вот, которым наносится прочности. Да, но я имею в виду, что есть какие-то навыки, когда он бьёшь уже сломанно. Уже сломанно. Victus Exploit плюс 50 Affinity. Если 45 и выше зоны. Извини, Грендиус, Дмитрий Медведев сейчас в палатке, он не сможет модерировать чат. Так, подключи так. К модерации. Пошёл нахуй, да? Нет, нет, я не смотри, пошёл. Да. В этот раз не пошёл. Да, а я еще от предыдущей атаки за какую-нибудь спрятался за вот этой, да. За господи. Как? За луч. От луча. Сейчас луч или как? Голову сломал зачем-то, я не знаю. О чем. Да блять. Не убежал. Сука. Да сука! Да сука! Да чё, ну лось еще? Просто два раза. Последний раз? Лазер вправо. Нет, не последний. Да, Грендиус, это у меня... Дмитрий Медведев, это мой кот, он там... Пока мы все вчетвером, он в палатке сидит. Он компьютер собирает, так чтобы не вирус. Да. PS5. PS5 нельзя собрать, так чтобы не вирус. Зато не шумит. Ты же видел сегодня новости про то, что Xbox один пускает пердуха? Сука, ладно, я могу представить новости про то, что он греется, окей. Но то, что из него дым идет, это вообще, блядь, для кого придумано. То есть, если вы делаете фейки, вы хотя бы, да. Отсек, Xbox, да. Xbox да. Издает звуки пердежа. Это как-то вот... Это по-американски. Да. Как американские лягушки, рибит-рибит. Это не пердеж, это хало. Это уже теперь наша реальность. Следующий дум будет вселенной Хава. Ты будешь бить там айконик монстров, типа... Вселенной Хава. Типа... Fallout 5 во вселенной Хава. Там будет иконик монстра типа коротышка и иконик монстра типа какая-то хуйня с четырьмя руками. Так, так, так. Пошел сюда, нахуй. Ко мне. Все. Вот тут еще рядом есть. Рядом, вот. А там давай. Еще есть, да. Монстр устроил хера Симу. Сука. А чё, блядь, чё я-то, блядь? Xbox Series X это 3070 и Ruzen 1600. Всё. О чём вот?
Так, как собрать экзорсисы? Да, да. Я помню, короче, новости перед поколением PS4X1, что эмуляция будет сделана за 10 минут, потому что все же знают, что x86 64 и Windows это одно и то же. В итоге прошло сколько лет? И где эмулятор? Ну там же память ебучая. Да. Там же проблема-то с памятью. Да и не нужен никому эмулятор, там игр-то не вышло на этом поколении. Что все мультиплатформа. Не нужно, потому что мультиплатформа еще. Зачем тебе экстрам? Че, охуел? У них нет на плане экстрама. Уже очень давно. Эй, эй, пацаны, что, пацаны! Что? О! Да-да-да. Смотри, ты на драконе. Ты... Или дракон. Я, блядь, в драконе тебя... уже. Ты... Экстрам уже в X1X. Нет, да что ж такое? А какой мы лап убьем? Я уже забыл. Мы уже убили правую, и меня сейчас убьют. Да сука. Да что ж такое-то? А, иншуранс вроде сработал, нет? Да, блядь, иншуранс за лупы сработал. Но я не видел, один чтобы счетчик... Остался. А, один континью остался, я тебе могу сказать, блядь. Ну... Возможно, до этого умирал еще кто-то. Ты еще раз? Думаешь? Могло быть. Я не могу с ней играть, я все начинаю вайпиться. Ну, то есть тут буквально один ход, один неловкий ход и все, и пошел. Вот как сейчас. О, хорошо, удачи. Что рядом. Не знаю, может повыгру разломать совсем смело. Я начинаю по ней сдавать. Минус 1000. Ну, что-то слишком часто в суперкритик. Умирать собрался. Скорее всего. О, как нищий. Да заебала она. В пасе какая-то. Короче, невозможно бить по груди, потому что она постоянно подъезжает. Вот тут газа. Надо ролиться через это говно. Я не умею. Попал по газами. Нет. Никто не видел. Да сука, максимально просто сука. Убьет. Нет, не убьет. Я лечу. Короче, я не уверен, что можно в лежачем положении достать игру, потому что она купит руками. Нет, можно достать. Как ты знаешь, будет или нет? Но там такой импакт, это небольшое. Давайте, я бью игру тоже. Сука. О. Да, рядом все, рядом. У вас да, а у нас нет. А нет, есть что-то. Шумилевым с нами стоял, буквально рядом, на Путине вместе. Ты вы знаете ли чё, чё вы творите на демона? Ну, в итоге так и нет здоровья. Ну всё, тайм-аут. Мысли нет. Там полный ну, близко был. На самом деле уже, довели уже почти. До ручки. Ручоночки.
Ну а что, не Элда, что ли? Мне пиздец, мне эти вот Large Elden Dragon гемы не падают. И я заебался уже убивать эту руду. Гемы-то хотя бы снова сможет. Несколько недель подряд выполняя эти ебучие, блядь, лимитки. Много недель. Я зато начали греть Спирит Вейны под наконец. С кого они? С Элдеров. Ну, с... Они с Т3. Там, кроме Т3, есть еще и не Элдеры. Ждешь просто ивент и выполняешь ивент на эти гемы. Все остальное говно. Ивентов нету? Есть ивент, но Спирит Гемы, Нергигант, этот Руинер. Один гарантированный искал. Да, нету. Но у нас его нету. Ну подожди, пару недель будет. Ну вот, ждать еще. А ты что хотел? Добро пожаловать. Блять, у меня зашел какой-то черт. Реально кто-то тебя за стрим снайперил? Я предупреждал. А ты его кикни. Я лучше заново создам. Так. Как это произошло, я вообще не знаю. Set passcode. Может, пароль угадал? Да. Да там просто и панелька появилась. Он знал сколько цифр? Да там панелька показывается. Просто PSN-овская, она даже не скрывается никак. То 7, есть 2, я тупо. 9, 8. Я тупо сейчас введу вот эту комбинацию, и она просто покажется на стриме. Видишь, у твоей популярности безумной есть свои ограничения. Да. Нельзя даже код спокойно вести. Просто угадал. Вел чем эти балды угадал. Как? 7295, да? Ну да. 7298. А, да. 7 до 9, 8 просто сегодня. Просто брать две цифры одну и две другие. Путин вышел тут же, сука. А, он неверно угадал. Да, да. Когда не сообщает просто, она пишет, что ты подсоединился и вышел. О, офлайн иншуренс. Макрозоологист. Нормально. У нас... Есть еще микрозоологист. It's free real estate. Он слишком большой. Слишком большой жук. Да что нам смотреть, просто жмешь одну кнопку, блять, пока стамина не кончится. У меня то же самое, в общем. Только не стамина не кончится, пока монстр не даст пизды. Подойду на секунду. Чаты Шамиля тоже не слышно. Сейчас все молчат. Нет, имею в виду, что он наверняка себя забыл, что не отвечает тоже.
Я, кстати, ни один из чертей, которые ходили на Ксенаджу, ой, на Ксенаджу не отдал свою карту. Причем я не всем рассылал, только тем, с которыми мы вместе убивали. Прошли через многое, так сказать. Да. Absorbing energy. When the energy pool is dried up, it'll retreat to a lower level. Use that chance to follow it down. Chip away at it, break off parts, and use your surroundings to damage it. Let's go. Переход в леса? Да. Давайте поймаем Софидживу. Да сейчас ни о чем, сейчас все точно на том, чтобы не сдохнуть, потому что я вот тоже не могу. Она уйдет через секунду просто. То есть она здесь вообще же не стоит. Один в ничь уходит. Вот и был один пинч. Давайте ради интереса пробуем ебало разгибать. У кого оружие достает? Надо включить сообщение о терактах. О не терактах. Там уже бестия отправляется. Камчатку кто? Кто пидорасит? Норман Ридус и Хидео Кодзима. Там самое нравится больше всего комментарий черта, который министр экологии, который говорит, что это не катастрофа, потому что ни одного человека не умерло. Да. Как это вы точно министр по экологии? Правильно. Пызди его. Зачем ты лазером ей в глаза светишь? Вот он тебя бьет. Перестань. Ну вот у тебя такой лазер прямо ей в глаза идет. Ну забавно, я не могу полечить, потому что у меня фулл хп. Без лайфпаудера идти на бой. Бля, отлично. Ну он еще грызет, блядь. Давайте ему. Реально не доживет до 35 лет. Может ли Софиджива грызть камни? Что-то она сразу упала. А она сразу. О, всегда, серьезно? Спина. Она всегда сразу падает. Всегда. Бэкброукен. Бэкброукен, заметьте, что сотка, да? Да. Против ноги в 20, да? Быстро. Перетрудилась и сломала сама. Да. У нее крыша была. Да, я вырезал ее. Операция прошла, видимо, не очень успешно. Ну, достаточно успешно. Для кого? Очков-то дали. Врачи-убийцы.
Хочу убийцы, это лучший дроп. Особенно когда Винтер смотрит. Кыш отсюда. Ты в отпуск идешь, вместо того, чтобы убивать людей. Наконец-то это осознал. Ты отнекивался, блять. Сколько можно в Денайле, да, было. Думаю, ебало, мы и так... Не скоро! Сломаем! Сука! Что это было? Почему эта штука синяя под ногами иногда рисуется не на тебе, но попадает, а иногда рисуется прямо на тебе и нихуя не делает? Сейчас меня будет... Хит... боксы. Ну тут... буквально нам нужно было нарисовать ее там, где она дамажит. Лаги, может, еще какие-то? Меня сервер. Не, ну чисто косяки синхронизации. Она стрельнула. Ну, я сервер. Я сомневаюсь, что у меня с самим собой косяки синхронизации. Хотя идея мне нравится. А. Я пробую грудь разбить. Кушать да, подано. Не пробую нихуя. Сука, меня задело. Да, да, да. Я не распрятался так за камнем, а она сзади меня расстреляла. Бью в грудь. И хвост, хвост на полторы. Хвост на полторы в этом стейте. Лайк. Мы его можем мгновенно убить, да, если попадется. Ладно, мы там каждый сам за себя, мы хвост режем. До свидания. Ну... Дед, тебе тут передают это получение, отправка пакетов. Everything passive. Что передают? Получение передача пакетов. Everything possible. Блять, мне Wonderful 101 не пришел до сих пор, они меня напоминают. Это другой пакет. У него ТТЛ. Это УДП пакет. Сука! Рядом. Иди сюда. Ой, сейчас ебнут. Ну чё, я просто тогда пытаюсь, я не знаю, чё ещё. Тык-тык-тык-тык. Куда? Ох. Так. Сука. Да, да, я только ударил, убрала. Я как будто в Tekken, блядь, играю. Все лечится. Еще раз. И Дети. Еще раз. Ну все, теперь его можно убить наконец-то. Опять? Кстати, надо чуть поближе к камням держаться, а то мы как-то далековато. Так ты бы сказал. Он, кстати, не написал, потому что до сих пор цель нормально. Нормально. Нет, а это не зависит. Кушает она как Гранджанг, специальной атакой вперед. Если ты не уворачиваешься, то она кушает. Ну как все, в общем. Каталась как Гранджанг. Я думал, это часть рутины. Рутины, да, таргетинг. Нет, нет, это чисто ты попал, не попал. Давайте ее чуть оттащим от этой стены, иначе мы потом не успеем. Ну, в смысле, ты видишь, как камни далеко... Она, она ни на кого не целится, у нее красного нету. Нет, вот например, здесь. Я к тому, что оттаскивать трудно, когда она не целится. Будет уходить трудно. Блядь, да что ж такое-то, не попадаю в грудь вообще. Еще и клинический. Я все еще по хвосту бью. Ну я пытаюсь по груди, когда она есть, и по хвосту, когда ее нет. Ну, чтобы
грудь, потому что тоже очень много очков сотку. Ну и хвост, кстати, тоже. Немало. Не лапы. Бласт считается же? Вот. Сука. Бласт? Да. Ну давай, прям в меня, давай, давай, давай. Ебош! Все, устало. Хвост. Да. На 600 вместо полторы. Ну, ёбнись. Чё он не взрывается? Чё нужно сделать, чтобы взорвалось? Просто ударить. Попросить всей маршруткой. Я что-то, да, я кислот мёрзну хуйнул прям в газ. Может, помогу. Да не крутись же. А, да. Ешь цель. Я думаю, почему она крутится. Потому что не гавкаешь. О, блядь. Сколько ты дручарджи сдал в пост? Да хера. 3-4, наверное, так. Вот и я. Ну это надо всем четвером бить. Со всей бригадой. Ну, скорее всего. Всей маршруткой. Вот сейчас он очень мягкий хвост. Пока она убивает его, бейте. Кого? Убивает. Тебя. Путина тебя. Невозможно убить. Блядь, я Путин. Недавно Путин встал под орбитальную бомбардировку. И выжил. Произошло невозможное. Это... Нет, не просто... Путин 2. Следующая картинка. Модель 2020 года был discontinued. Будет Путин 2. Заменен Путин 2. СЕ. Нет, это после второго. Путин про. Да, Digital уже. Это уже конец. Вечный. Блять, я не могу. А там, кстати, по-моему, сейчас кто-то писал же из Красноярска, что у них там Юрий Хой и голограмма выступает. Да, 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 там. Ой. Я уже сейчас не просто ищу, я ищу где поближе встать. Да какой, блядь, азарт, я проснулся первый раз за вечер. Ловлю, блядь. Жопой угли горячий. На шашлындос. О, карп. Да, правильно, если правильно. Если закармить, то будет очень пиздосно. Ты, сука, как тут закармить? Блять, она ни разу по мне не попала. Вы не могли не знать, что так будет, да? Два раза сети карп. Да, да. Два лэша. У меня ноль. Потому что она меня бьет в это время. Она меня все еще бьет. Она меня жрет. Короче, F and chat. We have an emergency. We have an emergency. Она... А. Окей. Вот эта атака, она реально у нее как ранжанга, ты независим от того. Ох. Ну все, нихуя не успел нарезать. Так 60, успеешь, 60 успеешь. Секунд нарезать, ты че? А, окей, окей, все. Это ж победный. Да, блять, я не могу уже с ней постоянно, когда что-то происходит. Она... Ну, например, когда она съёбывает, ты ничего не режешь по очевидной причине, ну, да? Лэш еще из этого. Еще да, лэш падает, лэш падает. Циониум падает туда всюду, но у него тоже шансы с хвоста больше, с головы. Mm-hmm. А вот крыльев нету нихуя. Жить. Сейчас, погоди, еще будет после этого. Я вот крылья фармлю. И хуй. Никаких крыльев.
А потом внутри нее можно сделать, да. Внутри нее можно жить. Будет дом больше, чем у меня был в No Man's Sky, например. Да и реально-то понятно, что я живу в конуре, сука. В великом городе. Сколько у тебя в городе, где есть работа, скажем так? О, мне Phantom Core Or впервые выпал. Нихуя себе, блядь, а чё произошло? Ну, у меня их 21 уже. Падает до хуя. Ещё посмотри, сколько их хуя. Ещё? Другое оружие. Не, другое сегодня, оружие, другое я оружие, уже на сегодня оружие. Все. Поэтому да, нужно пойти что-нибудь другое. Гля, все саппортеры великие. Галактиона? Ну пошли Галактиона поиграем. А, Шамилю нужно же этот, быстро-быстро прокачаться до. До. Ну, тебе все равно же... Ну, хотя давай, наверное, посмотрим. Сука! Опять Rapid Cannon, да вы заебали. Как я вас всех ненавижу. 5-5 глев зато. Класс. Вот. Здоров. Ничего Тафи не буду брать. Аквасплиттер, в пизду, блядь. Все, собираю теперь пойду чисто аква билды, потому что нихуя не приходит другого. Тупо аква. И паралич. Скорч Кэнон, аж прям в сердечко. Да, Скорч Кэнон у меня тоже упал. Но я тоже его выкинул. Ой, слот обогреть 4. Это Сторч, да. А чем я бил сейчас его? Весом, да. Ну, это уже бластовый. Наконец-то этот. Вес тоже не выпал, потому что зачем? Как бы да. Так, я пойду замолжу. Одно из выпал ушел говна. 4 награды у вас было, да? Угу, да. Ну я 2 забрал. Ну вот ломать спину и хвост, видимо, все-таки нужно концентрироваться, пиздец. Причем со спиной, я думаю, это все-таки, как сказать, удача. Потому что сколько раз мы ее маунтили, у нас по-моему, впервые это. Изменят ко мне. Да, но что-то не прокало. Берешь ринжевое оружие и ломаешь спину, заодно стрели. А, ну так у нас не того, не этого. Ну это как скрафтить этот бурбон рейзеновский и все. Броню из сафих, рейзеновский булган. Пизди, он хоть целый день. Булган слушай. Крылья... Спина должна сломаться минут там за 5. Так. Так, ну я примерно упаковал шаттерсплиттер. Всего понемногу. А хуй пойми. Слот апгрейд 5 существует, интересно? Нет, он на третьем кончается. Идет на четвертый. У меня четвертый. Что? Сейчас. Да. Четвертый это у него 5 звезд, и он светится? Нет, четвертый это 4, это ну, четвертого левела гем. Не, самой обилки 5 звезд, она светится? Не светится. Хотя, сейчас я гляну еще, подожди.
То есть это может быть как раз та, которая одна, которая... А, нет, светится. Да, светится. Это супер уникальная, да. Это, выше этого, значит, не будет. Такая только одна на оружии. Да сейчас пойдем вайпнемся, господи. Как будто мы пиздить будем. Ну вот предлагает шарпнус, но тогда слот придется оставить. Не. Ну короче, да, если в дамаг не въебывать по максимуму, он чуть слабее все-таки Брахидиуса, либо аугментировать, чтобы этот ГС превосходил Брахидиуса. Ну, у тебя же смысл не в том, чтобы он его превосходил, а чтобы он был точно такой же, но на процент да. сильнее, там, что-нибудь такое, блядь. Я ебу на самом деле зачем, просто чтоб ты дрочил. Не, ну можно Affinity убрать и поставить еще атаку. Ну да. А куда тебе Affinity? Ставь бустер или стойню. У тебя какие... У меня сейчас Affinity 5, слот апгрейд 4, Sharpness 5, атак 5, еще Sharpness 5. Ну Sharpness необходим, потому что ты все равно до Брахидиуса не доведешь. Только вот двумя этими Sharpness'ами. Ну вместо Affinity атаку. О, блять, вот сказал, атак increase 6 вместо слот апгрейд 4, сука. Ладно, стор, к сожалению. Повезет атака, в следующий раз. Атака... Я, короче, не знаю, насколько это выдрачивание вообще имеет смысл, вот этих лишних трех. Ну, уже не знаю, потому что... Это наверное, значит, что ты сделаешь на один удар меньше, или на два, в бою. И все. Короче, хуй знает. Да, идемте. Я в кроватку иду спать. Да. А остальные куда? Остальные. Галатрион. Ладно, спасибо всем смотрящим, кто был на этом стриме. Еще и спасибо всем игравшим тоже. Да, спокойной ночи.